8 кандидатов-одномандатников подали документы в Республиканскую центральную избирательную комиссию. Они претендуют на регистрацию на выборах в Госдуму России по Чебоксарскому и Канашскому избирательным округам. Среди первых трех кандидатов, предоставивших пакет документов от КПРФ, Александр Андреев, от партии «Новые люди» Эльза Кузьмина и представитель коммунистов России Владимир Андреев. ЦИК Чувашии рассмотрит также документы Леонида Пронина от «Единой России», Вячеслава Соловьева и Константина Степанова, представителей ЛДПР, а также Николая Степанова и Станислава Песина от партии пенсионеров. Кандидаты должны были открыть специальный избирательный счет и собрать пакет необходимых документов для подачи на регистрацию. Теперь ЦИК Чувашии проверит порядок выдвижения и в течение 10 дней примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации.